В этом обучающем видео мы поговорим об одной из уникальных особенностей прицелов Night Force — системе Zero Stop. Она представляет собой особую муфту внутри этого барабана ввода поправок. Zero Stop не может быть установлена на барабанах ввода поправок по горизонтали, так как их нужно вращать вправо и влево. То есть, эта система работает исключительно с вертикальными поправками. И когда после пристрелки винтовки вы ввели поправки для выстрела на дальнюю дистанцию, или, может быть, случайно повернули барабан, какой бы ни была причина, этот механизм не даст увести прицельную марку ниже нуля. Когда вы достаете прицел из коробки, барабан можно свободно вращать вправо и влево, чтобы вы смогли пристрелять свою винтовку. Но после этого система Zero Stop не позволит опускать прицельную марку ниже нулевой точки пристрелки. Барабан можно будет вращать только вверх. Сейчас мы снимем колпачок с барабана, и я покажу, как работает этот механизм и как его настраивать. Все очень просто. В комплекте с прицелом идет ключ. Ослабьте им винты на колпачке. Затем снимите его. Теперь перед нами сам механизм. На его верхней части есть 4 винта. В нижней части расположена муфта и ее опорные плечи. Предположим, что мы пристреляли винтовку. Барабан все еще вращается в обе стороны. Но мы сейчас поставили его на ноль. Возьмите этот маленький ключик и ослабьте 4 винта, но не выкручивайте их полностью. Достаточно сделать лишь 2 оборота. Барабан все еще на нуле. Вращайте муфту по часовой стрелке, пока ее верхний стопор не встретится с нижним. Вот они встретились, и муфта больше не вращается. Как только стопоры уперлись друг в друга, затягиваем винты. Делаем это в порядке крест-накрест. Старайтесь не перетянуть винты. Усилие не должно превышать 0,22 метра на килограмм. Возьмитесь за короткий конец ключа и затяните винты, надавливая только большим пальцем. Винты затянуты, и я сейчас покажу, как вращать барабан теперь. Я могу свободно повернуть его в одну сторону. Он щелкает. Сейчас я поверну его назад, и он остановится в нулевой точке. Я больше не могу его вращать. Теперь другой важный момент. Цифра 0 на колпачке барабана должна быть установлена по центральной линии на корпусе прицела, которая обозначает нулевую точку. Когда мы все установили, нужно затянуть винты на колпачке. Теперь мы можем вводить поправки только вверх и никогда не уйдем ниже нулевой точки. Крутим вверх, крутим сколько угодно. Но когда начнем опускать, барабан остановится. Причем он остановится точно в точке нулевой пристрелки. Это и есть основное назначение системы Zero Stop. Лучшие инновации компании Night Force. Я сам занимаюсь стрельбой уже долгое время и прекрасно знаком с ситуациями, когда в суете забываешь, сколько ты сделал щелчков, и не знаешь, вернулся ли ты к нулевой точке, или провернул барабан больше положенного. Теперь эта проблема решена. И как только мы поставили колпачок на место, можно идти на охоту. Если у вас имеются какие-либо вопросы, обращайтесь за консультациями к официальному дилеру Night Force в России, компании «Мировые охотничьи технологии».